Сельпо гармошку привезли, и вся деревня, малые и старые, пришла, хоть люди не могли купить подобного товара. Глядели бабы безнадежно, гармония стояла на виду, хватило б денег на одежду, на керосин да на еду. И все-таки одна из баб сказала, слезы вытирая: «Сыграйте кто-нибудь, хотя бы послушать, как она играет». Потом закончилась война, гармония стояла на прилавке, среди мешков с крупой она села нежным синим лаком. Разинкин Ваня, гармонист, один единственный в деревне на 60 крестьянских изб сельпо заглядывал все время. И тетя Клава, продавец, сказав не очень-то радушно: «Опять пришел играть стервец и выворачивает мне душу». Потом, добрей, милый мой, я тебя же устала. Смотри, сломаешь мне гармонь, а кто расплачиваться станет? Свое являя мастерство, он по ладам привычно тронул, и кудри русые упали на меха гармонь. А сердце бабе лишь затронь, оно зальется кровью алой. В деревне знали, на гармонь Ване денег не хватало. Гармошка стоит не рублей, и тетя Клау по соседкам пошла. Соседи поскребли, как говорится, по сусекам. Кому не жалко и не лень, кто был затронут тем вопросом, давали деньги. В тот же день гармонь купили всем колхозам. Как за стеной жил гармонист, курил махорку, играл Иван на посевной, на сенокосе, на уборке. На миг гармонии падал чуб, играл он в клубе в синях и в слякоть. И приходили бабы в клуб, кто поплясать, а кто поплакать. Пили тени, кто здесь равнодушным не был. Тянулись люди к красоте, как в дни войны тянулись к хлебу.